Есть много возможностей превратить Туркестан в казахстанский Голливуд. Известный продюсер Нурлан Куянбаев встретился с главой региона и представил свои проекты. Телеведущий говорит, что создание киноиндустриальной площадки в духовной столице также будет способствовать процветанию экономики области. В Туркестанской области мы предложили свои идеи, чтобы это было началом креативных проектов. Мы рассказали о планах создания креативного центра. Начнем с небольших проектов. Очень полезная встреча состоялась. Город радует. Когда я на новом месте, то обращаю внимание на ауру, настроение людей. В Туркестане народ доволен. Это признак хорошего начала. Креативный хаб – это мера, принимаемая Министерством культуры и информации по исполнению поручений президента о развитии креативной индустрии. Концепция развития креативных индустрий определены 43 вида деятельности, 40 из которых, согласно постановлению правительства, подпадают под специальный режим розничного налога. В креативных пространствах будут созданы благоприятные условия для плодотворного и креативного труда, реализации новых идей, создания сообщества экспертов, в том числе условий комфорта для их творческого полета. В данный момент наиболее прогрессивное и успешное направление – деятельность в области производства кино, видеофильмов, издания музыкальных произведений и звукозапись, художественное и литературное творчество, создание и трансляция телевизионных программ, специализированная дизайнерская деятельность. Глава Туркестанской области подчеркивает, что новый проект должен служить не только жителям региона, но и стать объектом для посещения туристов. Конечно, проект нельзя реализовать за один день, за один год, но начинать нужно уже сейчас. Это должно быть общим центром для тюркских государств. Если у вас есть хорошие идеи, мы готовы поддержать. Нужен будет новый павильон – сделаем. С нашей стороны проблем не будет. По возможности и материально поможем. Акимат области совместно с киностудией САК снял 6 анимационных фильмов, 2 телесериала, 2 документальных фильма. Кроме того, есть ряд анимационных работ, посвященных историческим местам и личностям.